Сейчас в кинотеатрах до сих пор еще идет «Терминатор. Темные судьбы». Мнения на этот фильм разделились. Средняя оценка сейчас на IMDb и Кинопоиске это 6.1 и 6.5 черепов. Я на этот фильм проходил, я его не мог пропустить. Да, я считаю, 6 черепов это справедливая оценка, я ее также поставил. Много недосказанного, много провалов. Пытаться вылезти за счет старой технологии, за счет старого сюжета, перерисовать, переделать, переиграть и так далее. Терминатор 2 у них, конечно, не особо получилось. Поэтому оценка 6 черепов, я считаю, заслужена. Всем привет, дорогие друзья, с вами Саня. И добро пожаловать на новое видео. И сегодня, в честь такого события, в честь выхода нового фильма «Терминатора» на большие экраны, я хотел бы посмотреть, что именно у меня есть в коллекции по этой замечательной франшизе. Честно сказать, я не помню, как с ней познакомился, или это было в кинотеатре, может, с родителями ходил, или кто-то посоветовал на кассете посмотреть. Честно, не помню. Помню, что только на вторую часть в кинотеатр «Гавана», такой в Москве есть, я в него ходил на вторую часть, в 95-м году. А вообще, как с франшизой «Терминатор», я, честно, даже не помню, как познакомился. Но это одна из любимых франшиз, именно за счет актера Арнольда Шварценеггера, один из любимых актеров, за счет отличного просто сюжета, потрясающих съемок. Особенно вторая часть, это просто must-have, который, к сожалению, я так чувствую, что мы никогда не дождемся на Blu-ray с русским языком у нас в России. Что-то заведомо успешный релиз никак не могут выпустить. Всякий мусор перевыпускают по 150 раз первую часть, по 3-4 раза перевыпускают. А «Терминатор 2» такой легендарный фильм, никаких подвижек нету. И «Вольга», скорее всего, не даст, мне так кажется, добро никогда. Ну и ничего страшного, ну идите нафиг, не хотите заработать, как хотите, это ваши трудности. У меня довольно-таки приличное количество терминаторов разных изданий, и поэтому я начну с более простенького издания и к более шикарному изданию. Давайте начнем с первого фильма, «Терминатор. Первая часть», фильм Джеймса Кэмерона, Арнольд Шварценеггер, нестареющий Линда Гамильтон, Майкл Бин, и это первая часть «Терминатора». Это наше издание, по-моему, это... Да, это самое первое издание, потом выходило с другой обложкой, и недавно вышла, кстати, классная, неплохая коллекционочка с классным буклетом, который был переведен на русский язык. Позже объясню, откуда они этот вообще буклет взяли, если кому интересно. Давайте посмотрим. Отлично издали, я просто его сразу прям на старте взял, как только его выпустили, даже не думаю. Это я коробку заменил, это такая элитовская коробка, эко-коробка, где вот с такими вырезами она называется, просто переложил, у меня была. Обожаю первую часть, просто отличный фильм, интересный сюжет, классные актеры, просто нестареющий фильм никогда, хоть многие вот фильм... Вот, например, фильм 84-го года, некоторые фильмы и поздние, вот один раз смотришь тоже со схожей тематикой, что-нибудь про киборгов, про будущее, и как-то они быстро забываются. А вот такая легендарная серия фильмов, как «Терминатор», прям не знаю, и все хочется ее пересматривать, постоянно хочется пересматривать, частенько я это стараюсь делать, так что просто обожаю этот фильм. Первая часть... Такой вот у нас прекрасное издание. Когда выпустили, я просто сразу в магазин ломанулся и забрал, прям сразу смотреть. Сделали новую озвучку, по-моему, дубляж тут, по-моему, это есть, честно, мне память не изменяет. Новая озвучка была сделана для этого диска, так что очень все классно. Следующий, это издание, вот такое у нас, это вообще старенькое издание, которое выходило в Соединенных Штатах, «Терминатор» в диджибуке. И именно вот с этого диджибука, вот с этого издания был издан вот этот самый буклет, который сейчас в новом издании «Терминатор» от ND Play. Аналогичные скриншоты, текст верстки тут такой же, вот он такой прекрасный. Здесь русской локализации никакой нету. Это просто тупо в коллекцию на полку. Куча текста. Все то же самое. Я смотрел распаковку наших коллег. И когда они листали вот этот так самый не артбук, а буклет. Арты просто идентичны. Так что, скорее всего, кто у нас там? 20 век Фокс, мэтр Голдвин Майер. Да, прислали ND Play готовую верстку. Они просто взяли и перевели текст на русский язык. Кстати,
это очень рад. Вот такое издание хочется брать, которое с информацией, которое с текстом. Просто со скриншотами вот эти типа артбуки брать ни в коем случае. Я не пытаюсь я за этим гнаться, а вот Терминатор именно хочется взять, так там интересные карточки и не менее интересный именно там буклет, именно вот копия вот этого диджибук. Классно было, если бы у нас диджибук выпустили, а не Амарей. Так что вот такое офигенное издание и вот такой здесь диск вложен, просто он вынимается. Вот такой вот. Вот такой диджибук. В такой серии много диджибуков выходило. Это и Зеленая Миля, и Экзорцист, и Шоушенк. И вот Терминатор я себе решил заиметь в коллекцию, так как одна из любимых франшиз. А здесь мы приближаемся к самому такому сочным изданиям. У меня три издания по Терминатору. Распаковывать не буду, вот они у меня в кастомных пластиковых чехлах. И вот такое у меня первое издание от чешской фирмы Film Arena. Коллекционные издания, их всего вот было изготовлено 1500 штук. Они вот такие наклеечки, все издания номерные. У меня номер 626. Вскрывать не буду. У меня, по-моему, где-то есть отдельное видео с этим изданием, или, может, с каким-то другим. Ну и кто, кому интересно, загуглите. Возможно, еще вставлю сюда фотографии содержимого, что здесь вообще содержится. Издания плюс-минус по наполнению все одинаковые. Это, естественно, сразу стилбук. Это карточки или буклет всегда входит. И иногда на стилбуке клеится такой магнитный лентикуляр. Очень офигенное издание. Редкое уже на сегодняшний день. Не знаю, сколько оно стоит, но, может быть, за 1500 сейчас его можно найти. Так что вот такое классное издание. Следующее с того же сайта, но уже под другой, как это сказать... Вот они продают коллекционные издания, вот у них есть коллекционные издания. А это коллекционное издание коллекционного издания из серии Black Barons, Черные Бароны. Количество изданий в два раза меньше, это 750 штук. Мне вот досталось номер 638 из 750. И это самое, по-моему, первое издание Черных Баронов. Вот такое офигенное издание. Чем отличается? Не помню, наполнением отличается или нет, но, скорее всего, отличается. Вставлю скриншоты. Здесь глянцевое покрытие у бокса, а здесь такое матовое, кстати, очень маркое. Потом я стараюсь руки мыть там чуть ли не салфетками от рук, потому что отпечатки пальцев остаются на этом покрытии. И сам терм выполнен в таком глянце, немного тисненный. Очень офигенное издание. Очень нравится. Кстати, по-моему, также... Во всех изданиях присутствует русская локализация, честно. Я с них не смотрел, так как и у нас и диск идентичный этим изданиям и наполнению. Так что вот такое офигенное издание. Вот это еще издание еще дороже, чем вот это предыдущее. Не знаю, сколько оно сейчас стоит, но это рарик. Я доволен, что он у меня в коллекции оказался. И последнее издание по терму первому, это у нас HDZ, китайская фирма. И это вот такое. Здесь у нас сразу нас приветствует лентикулярная обложка. Вот так она меняет свои фотографии. Здесь у нас Арни, здесь уже у нас эндоскелет. И вот это издание, я пока на него чехол не делал. Так что давайте я его покажу, чтобы долго не возиться. Вот такое у нас... кстати, вот такое у нас второе издание выходило вот с таким артом. Потрясающий арт. Стилбук здесь выполнен тиснением, терм выполнен тиснением, также есть рамочка и название Терминатор также выполнено тиснением. Задний арт вот такой. И давайте посмотрим. Так, этих изданий было 1100 штук, у меня 381. Также, по-моему, здесь русская локализация присутствует. Давайте внутренность посмотрим, также есть внутренний арт. Сейчас давайте карточку вытащу. Вот давайте посмотрим. Вот такая офигенская штука просто. Давайте я вам быстренько покажу, что там еще есть. Вот такая раскладушка. И вот нас тут приветствует сразу буклетик. Кстати, буклет довольно-таки толстенький. И здесь все то же самое, что и вот в том диджибуке, и в том издании, которое у нас выпустило Endplay. Все то же самое, та же самая верстка, те же самые фотографии. Все идентичные. Поэтому и скорее всего 20 век Fox или MGM рассылали всем
релиз студиям, ну, вот, которые диски выпускают, идентичную верстку, и все каждый под свою аудиторию его выпускали. И вот здесь такие у нас карточки. Такие почтовые карточки. У них задник везде одинаковый. И вот такие у нас арты здесь. Арни. Нестареющий Линда Гамильтон. Ага, момент из оружейного магазина. Офигенный. О, вот этот классный момент. Где он в грузовике. Это когда они прячутся с Майклом Бином. Он же Кайл Рис. И вот момент из Тек-Нуар. Из клуба Тек-Нуар. Отличное издание. Также редкое. Но если кто найдет для себя по приемлемой цене, берите, не задумываясь. Именно из-за упаковки и из-за стилбука. Стилбук просто потрясающий. Ну, вы сами видели, это просто отличное, шикарное издание. Итого у меня 5 разных изданий по Терминатору. Вот такая вот коллекция, 5 разных изданий. А наше издание, диджибук и 3 коллекционки. Перемещаемся к Терминатору 2, а здесь все глухо. Здесь у меня все глухо, только единственное одно вот такое издание. Это стилбук, по-моему, с сайта Zavi. Дешево мне достался, по-моему, рублей за 150, тогда я его на аукционе выиграл. И он просто вообще никакой. Он просто тупо безликий стилбук. Хоть и передняя часть и такая тесненная. Слегка сам эндоскелет можно потрогать. Он такой глянцевый, здесь все матовое. Сзади просто у нас Т2 выполнено в глянце. Торец вообще никакой, просто никакой. Просто черная полоса. И внутри такой же скучный, как и снаружи. Это я уже сам положил. Т2 и это Skynet издание. Я его даже ни разу не пробовал включать, не знаю. Вот здесь написано регион Б. Если регион Б, то скорее всего на моем плеере он просто не запустится. И все, больше у меня никаких изданий по Терминатору 2 нету. Вышла коллекционка по Терминатору 2 от Фильм-Арена. Офигенное просто издание, но 5000 рублей, что-то меня пока жаба душит. Не знаю, может быть, как-нибудь поднакоплю, соберусь и куплю в коллекцию, чтобы такой был фулл-сет коллекционок в моей коллекции. Это будет очень классно. Для меня все-таки франшиза одна из любимых, и поэтому хочется собрать ее в каких-то особенных таких версиях. Так что вот так. Все просто в моей коллекции. Так что жду, когда Вольга все-таки, возможно, может, небо упадет, земля развергнется, и Вольга скажет «End the play». Давайте выпустим Терминатора 2 с русской озвучкой. Может, еще Гаврилыч туда, блин, Андрея Юрьевича Гаврилова воткнем с вот со вставками, где он там читает надписи всякие и так далее. И это просто будет офигенное, шикарное издание. Кстати, забыл сказать, что помимо вот этих изданий, помимо 5 изданий лицензии, также в моей коллекции, ну, как в коллекции, присутствует сборка под 52 гигабайта, по-моему, она занимает. И это сборка первого Терминатора как раз. И там 24 звуковые дорожки на любой вкус. Есть и многоголосые озвучки, там Карусель, Позитив, ОРТ, Первый канал. Отличная озвучка, очень нравится. В детстве в ней смотрел Киномания, НТВ, РЕН-ТВ. Также и одноголосый. Андрей Юрьевич Гаврилов сделал 3 целых озвучки на Терминатора, на первого. Пучков Гоблин. Василий Горчаков классную озвучку делал, смотрел. Ну и, конечно же, знаменитая прищепка на носу. Это Володарский Леонид Вениаминович. И его... Киборг-убийца. Киборг-убийца. Не Терминатор он озвучил, перевел, а Киборг-убийца. Так что очень классно. Также там еще есть вот эта альтернативная озвучка, кому интересно взглянуть на Терминатора с другой стороны. Вот эта смешная озвучка с матным переводом от студии Держи Морда. Кстати, ее на DVD выпускали, у меня до сих пор в коллекции есть. Слышь, приколись, Вася ломится. Подошли ко мне, спросили время. Ты че, Вась, пидор или че? Кулак.
За пидора ответишь, козлина. А, и, кстати, там есть еще один раритетный перевод, кому интересно. Это дубляж. Это дубляж от студии Синхрон. Он до определенного момента считался таким. Его сложно было найти, он нигде не появлялся. А потом в один прекрасный момент, не помню откуда, но его выкатили в интернет. Тоже неплохая озвучка, такая старая, и была до определенной поры очень редкой. Так что, и хотел бы сказать про второго Терминатора. Естественно, также у меня есть сборка и второй части Терминатора на компе. А куда деваться-то, смотреть-то как-то надо. И это тоже сборка под 50 с лишним гигов. Издание там режиссерская версия. Режиссерская версия идет 2 часа 33 минуты. Ну и также там авторские звуковые дорожки. Гаврилов Андрей Юрьевич, именно это та звуковая дорожка, в которой я смотрел в детстве первый раз. Это и Гоблин, и Василий Горчаков, и Юрий Живов, и все вот эти дорожки в DTS HDMA. У кого хорошая аппаратура, они будут очень довольны. Также там и Киномания присутствует, по-моему, Позитив, CP Digital, кстати, CP Digital хорошая озвучка. Это именно с того DVD-диска, когда я показывал коллекцию моих фильмов на DVD, коллекционке от CP Digital, где была коллекционка с Арнольдом Шварценеггером, там так как раз эта озвучка. Также классная озвучка с ОРТ-канала старинной и хорошая, неплохая озвучка в премьер-видео. Я, кстати, иногда вот просто в одной озвучке посмотрю, потом время приходит, я в другой озвучке смотрю. Так что Терминатор для коллекции. Вот это для просмотра сборка на компе. И у нас следующий, это Терминатор часть третья. Был в кино, кстати, был в кино на эту часть. И в свое время она мне понравилась. Они продолжили именно, сделали продолжение второй части. Джон Коннор выжил, повзрослел и скитается, но потом продолжает бороться, к нему посылает ТХ. Давайте посмотрим, какие у меня есть издания. У меня всего три издания по Терму третьему. И первое издание, которое я хотел бы вам показать, это Терминатор 3 Rise of the Machines Rebellion der Maschinen. Это издание из Германии. Вот такой прекрасный стилбук. Сейчас это уже раритет. Много вот стилбуков выпускалось давно именно вот с этой синей полоской сверху. Кстати, тогда, в те годы, это лет, ну не знаю, уже было когда, лет 9 назад или 10, может, это я этот стилбук заказывался, на немецком Амазоне покупался. И многие, помню, тогда злились именно из-за синей полоски. Сейчас этот стилбук воспринимается коллекционерами уже по-другому. Этот стилбук на диске имеет русскую локализацию. У меня тогда стоял выбор давно, когда я его заказывал, купить у нас наше издание от видеосервиса или купить немецкий стилбук. По деньгам на тот момент, когда евро стоил 35 рублей, 30 рублей, этот стилбук мне с доставкой из Германии вышел, по-моему, в несколько раз дешевле, чем я купил бы у нас Амарей, у нас в магазине сходил бы и купил. Так что очень доволен, что у меня это издание есть. Здесь информация вся на немецком языке и русская локализация присутствует. Вот здесь написано, вот он, русиш, 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 русиш. Так что вот такое прекрасное раритетное издание есть у меня в коллекции. Кстати, раньше пользовался вот такими пакетиками. Помню, закупался, ну, это под формат DVD, но не знаю. Сейчас, когда я занялся делать кастомные чехлы из пластика, вот эти пакетики для меня стали неактуальны. К тому же они не очень удобные. Иногда пыль попадает на этот клеевой слой, и потом сложно. Он уже не приклеивается. Так что вот такое офигенное издание. Оно может быть внешне не офигенно, но оно старое, оно имеет русскую локализацию. Так что давайте посмотрим еще одно издание. Это у нас коллекционка, опять фильм «Арена». Фак. Фак, как его называют сокращенно, фак издание. Фильм «Арена» издание, номер 1433 из 2000. Здесь я вставлю картинку с наполнением. И, по-моему, у меня было видео отдельно на это издание. Здесь у нас спереди TX выполнено в глянцевом стиле, вот в таком. Так, здесь матовая поверхность. И сзади эндоскелет. Эндоскелет. Давайте вот с торца посмотрим. И здесь также присутствует стилбук, буклетик
и, по-моему, какие-то карточки, если мне память не изменяет. Вот такое вот издание. Следующее издание, это у нас HDZ опять. Они, кстати, они в одно время выпустили кучу по Терминатору. Все части, кроме второй, выпустили именно вот с такими лентикулярами. Такая переливашка спереди. Она, кстати, приклеена. Здесь у нас Арни железный. Железный Арни. И вот здесь я вам смогу уже показать наполнение. Давайте посмотрим. И сразу нам в руки падает стилбук. Вот такой вот офигенский стилбук. Также он тисненный, но здесь уже Арнольд не тисненный. Здесь есть рамочка и название, выполненное тиснением. Rise of the Machines. Здесь у нас сзади TX. Кстати, вот такой глянцевый стилбук, он очень маркий. И на нем остаются отпечатки. Так, внутри у нас, как обычно, номерная карточка, диск. И присутствует внутренний арт. Вот такой вот внутренний арт. Офигенский. Также, по-моему, на диске присутствует русская локализация. Но диск идентичен вот этому старому изданию. По-моему, других изданий с русской локализацией не выходило. Здесь у нас буклетик. Кстати, буклет похож на то, что примерно ND-Play выпускает. Только бумага потолще. Бумага и сама обложка потолще и бумага покачественнее. Здесь также вот нахватали артов, точнее не артов, а моментов из фильмов и напечатали. Вот классный момент, когда Арнольд шпарит на мотоцикле марки Indian. Почему на марке Indian? Потому что это вроде как его любимая марка мотоциклов, и он, по-моему, только ее покупает. Так что вот так вот. Тоже, кстати, вот здесь вот халявно поступили, мне не очень понравилось. Просто надергали классных моментов, напечатали, ну и как бы и все. Ну и вот здесь вот вот такой вот арт присутствует. Ну здесь уже, ну конечно, качество получше, чем у MD Play, но так как это такая фирма более мировая, HDZ, могли бы сделать и получше. Так что и здесь также присутствует посткарт, почтовые карточки. Также, по-моему, с моментами из фильма. Задник идентичен первой части. И вот такие моменты из фильмов. На вот это, кстати, что-то момента такого не помню в фильме. О, офигенный момент, где Арнольд с гробом и с пулеметом. Очень нравится. В бомбоубежище уже. Кристана Локен, ТХ. Также еще она на этом коллайдере андронном. Когда батька метелит, Кэтрин Брустер. Так, и Т1, который мы уже видели. Итого в моей коллекции по Терминатору третьему всего 3 издания. Но зато какие. Давайте идем дальше. Дальше у нас Терминатор Salvation. Также называется «Да придет спаситель». Вот здесь, кстати, уже пожирнее будет. Именно за счет одного очень классного издания. Смотрите далее. Для просмотра я имею у себя в коллекции вот такое наше издание от видеосервиса. Это издание в обычном амаре, естественно, с русской локализацией. Не пошли уже создатели Терминатора по своему прошлому пути, а дали Скайнету победить и показывать нам будущее. У нас тут в главных ролях Кристиан Бэйл, Сэм и Сэм Уортингтон. Это такие актеры, которых хотелось бы, конечно, отметить. Антон Ельчин также, который покинул этот мир, играет. И вот такой. Мне фильм этот понравился. Он неплохой, хорошо снятый, интересный сюжет, хорошие съемки, Терминатор. И вернули Арнольда уже в виде графики молодого. Показали его таким маленьким моментом до тех пор, пока в него не пульнули хорошенько. Так что довольно-таки неплохой фильм. Коллекционочка в моей коллекции, это опять HDZ, как я уже говорил, HDZ на тот момент выпустили по-моему, всем Терминаторам, или по 1, 2, 4, что ли, ну не суть, ладно. Здесь также нас приветствует лентикуляр, Кристиан Бэйл, Сэм Уортингтон, задник у нас вот это уже, по-моему, или не Т-600, или это Т-800, ладно, не суть, давайте посмотрим. На эти издания еще до сих пор чехлы не делал, что-то как-то ленюсь.
Давайте посмотрим на Steelbook. Вот такой Steelbook. Здесь уже название вытыдо не методом тиснения, а... Ну, оно тисненное, но уже вдавлено вовнутрь. Вовнутрь металла. Такой вот глянцевый Steelbook. Здесь, по-моему, кстати, вот на этой части русской локализации нет. Так, здесь у нас карточка номер 413 от из 1100 изданий. И вот такой диск. Также присутствует внутренний арт. Давайте его посмотрим. Вот такой внутренний арт. Очень довольно-таки неплохо выглядит. И здесь у нас дальше все стандартно. Кстати, не сказал, что издание вложены вот в такой вот, в такую раскладушку. И вот здесь вот тесненное название фильма «Terminator Salvation». Также присутствует так называемый артбук-буклет. Но он здесь такой же, конечно. Ну, честно сказать, на мой взгляд, фиговенький. Именно из-за того, что здесь просто тупо арты из фильма. Моментов надергали. И сделали артбук. Типа артбук. Буклет. Вот такой буклетик. И здесь у нас по традиции уже это у нас карточки. Давайте на них посмотрим. Сразу тут нас приветствуют Кристиан Бейл, Джон Коннор и Антон Ельчин. Антон Ельчин его и его герой Кайл Рис, по-моему. По-моему, он же Кайла Риза играет, да? Также задник посткарт стандартного, стандартной верстки. О, вот это, кстати, ничего такой момент. Термомоты или мототерминаторы, как их там. Он, кстати, вот эта штука классная. Громадина, блин. Вот это, по-моему, Т-600 с пулеметами. Момент на мосту, погоня, когда они на грузовике гонят. Как раз где мототерминаторы были. И если вы думаете, что это последнее издание по Терминатору Salvation, которое у меня есть в коллекции, вы глубоко ошибаетесь. Давайте я вам покажу еще одно классное издание. И это вот такая голова по терму. Заказывал я ее, как сейчас помню, в январе 2010 года. И тогда она мне обошлась около, я не знаю, 1500 рублей с доставкой. Быстро его тогда очень расхватали. Это пластмасса. Никакой интерактивности она не имеет. Глаза не горят, тут ничего нету. Единственное, что есть, это вот, такой, вот такая вот щель для бокса, в котором лежит фильм. Давайте я вам быстренько покажу. Это вот такой вот бокс. Я не знаю, о чем они думали, когда вот это туда клали. Ни обложки, ничего не было вообще. Здесь у нас присутствует какой-то код на загрузку. И два диска. Это Digital Copy и Blu-ray-вский. Естественно, без русской локализации. Вот такое старое издание. Ему уже 9 лет. Ну, почти в следующем году будет 10 лет, как оно у меня есть в коллекции. Такое вот классное издание. Да, это пластмасса, это, но это не такой дикий Китай, как сейчас можно купить. Вот такие вот классные коллекционки выпускали. Я когда его получил, помню, просто офигел. Это было настолько приятно распаковывать. Тогда, конечно, видео я еще не снимал. Но сам факт, иметь это издание у себя в коллекции, очень рад. Сейчас посмотрел на немецком Амазоне, сколько оно стоит, 200 евро. Если у кого-то есть лишних 200 евро, это сколько, 14 тысяч рублей, то welcome, покупайте, берите. Классное дополнение в коллекции. Ах ты, засранец мелкий. Вот такое вот офигенное издание. Итого, всего 3 разных издания по Терминатору Salvation в моей коллекции. Генезис. Первый раз, когда я его посмотрел, я думал, блин, что за фигня, что за муть, что вы наделали. А потом при повторном просмотре я что-то так как-то втянулся, так начал приглядываться и думаю, да в принципе и ничего. А что? Ну да, есть грехи, но Арнольд есть, сюжет есть, все вроде есть, но как бы свои 6 черепов этот фильм, я считаю, заслуживает. Здесь у меня уже другое соотношение. А именно 3 вот таких издания по Терминатору Генезис. Они, можно сказать, идентичны, кроме того, что
А здесь обычный Blu-ray вот с такой обложкой. Задники у всех одинаковые. Дальше идем. Здесь у нас 3D-издание. 3D вот с такой обложкой. Я не знаю, они тогда кучу просто разных изданий. ND Play наштопало совместно с кем тут? С Paramount. Да, Paramount Pictures. Такое вот издание 3D отдельно. Это все отдельно продавалось. И вот такое Blu-ray 3D, но здесь есть бонусный диск. На одном шпинделе это надо будет поменять. Вот эти, блин, дурацкие накатки ненавижу, парамаунтовские. Так, здесь у нас то же самое. И я не знаю, я тогда решил, возьму все версии, которые присутствуют на рынке. Я не знаю, какой логикой они руководствовались, печатая вот такие вот разные обложки. Здесь Blu-ray 3D плюс бонусы, здесь просто Blu-ray 3D. Но чем вот руководство? Ну нельзя было только одно вот такое издание выпустить, как бы. И все. На торцах это выглядит вот так. Так что вот такие три издания по Genesis. Они стоили копейки, в районе 100, может 150 рублей, но пришлось взять. Я был вынужден, куда деваться. Так. И здесь у нас две коллекционочки неплохие. По-моему, кстати, не помню, есть в них русский язык или нет. По-моему, даже, кстати, русского языка и нету. Это у нас от Filmarena. Издание от Filmarena. Здесь у нас также присутствует стилбук, по-моему, буклет или карточки в комплекте. Так что вот такое вот издание. Я их в пластиковых храню, я их практически не достаю. Для просмотра есть вот такое издание. Ну, может, есть только раз в год, я там залезу, посмотрю, полистаю. Это больше для коллекции, чтобы грело душу. И вот такой вот задник Сарни. Здесь у нас... так, давайте торец посмотрим. И вот здесь вот торец стилбука. Вот очень радует, что в каждом издании есть стилбуки. Так. И вот такой Терминатор Генезис от такой... ну, я не сказал бы, что очень известная релиз-группа. Это Plain Selective. Он называется Plain Archive, по-моему, они называют себе студия. Здесь, по-моему, русской локализации нету вообще. Но здесь... вышел, по-моему, эксклюзивный стилбук, даже выпускали, поэтому я ради стилбука решил взять. Также здесь присутствует лентикуляр. Вот здесь вот отличнейший, шикарнейший лентикуляр, на мой взгляд. Загораются глаза. И надпись меняет цвет. Давайте посмотрим с торца. Так, задничек. Задник обязательно. Вот такой вот. Кстати, голова Терминатора металлизирована и переливается. Такое издание. И здесь у нас торец стилбука уже совсем другой. Так что вот такая вот коллекция по Терминатору Генезис. Надеюсь, по темным судьбам у нас выпустят все-таки на Blu-ray. По-любому буду брать. И думаю, может, какую-нибудь даже коллекционочку цепану. Но сейчас в первую очередь это надо какую-нибудь коллекционку заиметь по Терму второму. Именно по Терму второму у меня просто тупо одно издание. И то вот такое, как бы, убогое, можно сказать. И то я не знаю, запустится ли оно на моем плеере, потому что тут Регион Б. Это издание из Англии, поэтому у них много лоченных дисков. Так что, друзья, вот такая у меня коллекция по серии Терминатор. Это около 16-17 изданий, я даже, по-моему, считал разных абсолютно. Каждое уникально по-своему. Сейчас многие издания очень тяжело достать. Какие-то издания брал через посредников, у каких-то барыг с наценкой приходилось брать, переплачивать. А кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, друзья, комментируйте, пишите, что у вас по серии Терминатор есть в коллекции. Всем удачи и всем пока!